Никакая другая жизнь не начнется, лишь своим чередом продолжится это. Не засветится в небе другое солнце. Здесь и так уже достаточно света, здесь и так уже достаточно часто наступает день и дает надежду. Ну чего же ты такой несчастный? Ну чего же ты снова такой же, как прежде? Ну чего же ты все обживаешься в жизни, все выпрашиваешь для себя призвание? И сидишь на перу, будто ты на тризне, и жуешь бутерброды с какой-то дрянью. Ну чего же ты плачешь? Да нет, я не плачу. Так слезятся глаза от того, что ветер, тот, который я не знаю, что значит, выдувает тепло из всего на свете. Он во мне выдувает сквозные раны, он лишает меня и надежд, и покоя, и поэтому я хожу как пьяный и не знаю, что мне делать с собою. И поэтому я трусливый, неловкий, все пытаюсь к чему-нибудь прислониться. И стою на троллейбусной остановке в ожидании автобуса номер 30. Так смотри на меня. Да, вижу, вижу. Я и так смотрю на тебя постоянно. Но куда же ты? Я же ближе, ближе, я ведь там, где твои открытые раны, я ведь там, где ты так ни в чем не уверен, так отчаянно чего-то боишься. Я стою за каждой закрытой дверью и все жду, когда же ты постучишься.